формат. Очень высокие люди по роду. Понимаете, как Юра сказал, норматовые, вообще они все добрые люди. Если они по улице идут, и кто-то, он купил блок сигарет, блок, один блок есть, 10 штук в блоке. И они идут по улице, и кто-то у них спрашивает, да, закури. Закури, да, одну сигарету. Они... А нам боевого пачка, ему блок ты летит. Что я хочу сказать? Вот эти такие добрые люди, они хотят... Они хотят, когда другие люди радуются, и они больше радуются, потому что этому человеку хорошо, значит, им еще лучше, понимаете? Эти люди такие, они любят, когда соседу хорошо. Угодить. Если соседу хорошо, им очень хорошо. Вот они хотят угодить. Вот это норматовский род. Окей. Очень многим людям здесь повезло. Особенно Арамбаевым. Да. С двух сторон Арамбаевым. Что я хочу сказать? Сегодня выступили... Такие вещи сказали. Я очень долго говорю, Олег, потому что у меня на душе знаю, очень много. Я очень много могу рассказать. Когда у меня была, вот где-то мне 6-5 лет было, у меня была такая болезнь, я не знаю, сейчас, конечно, нету этого. Вот мне всегда, вот мама оставляла нас у бабули, и мне всегда холодно было летом, холодно было в тени. И я всегда старался... сидеть на солнце. И понимаете, бабушка Дино очень умная женщина была. Значит, у меня не хватало какой-то витамин, понимаете? Мне, витамин D, наверное. И мне холодно было летом, холодно было в тени. Всегда я на солнце. И она делала, меня спрашивала, бачки вещь. Почему ты это? Чего обдумываешь ты? Мам, судим дви, мам, хмугусу. Мне холодно, на и би даром родина, родина, родина. Им бачит бы камкоди кишты. Камкоди это значит витаминных не хватает. И каждый день она мне делала. Там трудная жизнь была, она не работала. Муж не работал, никто не... Она продавала, она делала водку, соседи были... Ну зачем она говорит-то? Да, правильно. Она бизнесом занималась, она делала водку. Да, люди приходили, стакан там, 2-3 рубля, доллар давали ей. Окей, они давали. А у нее были свои клиенты. Я говорю, точка, оле, мукинес, арак, ну что мы будем? А где ты задан кино бегать? Я ее. Так, короче, что я хочу сказать? И моя бабушка зарабатывала и делала мне каждый день лёна кого. Это было настолько вкусно. Я сегодня, до сегодняшнего дня, мне было 5 или 6 лет. Я не помню и не ел никогда. Это там. Там до сих пор остался. Да. Никто в жизни так не мог приготовить. Что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Моя бабуля была эрка. У своей матери она ничего не научилась. Она пришла и начала жизнь у своего мужа. Окей? И там... Умная была, и там все научилась. И эту руку она дала Эстер. Я заканчиваю свое слово, и я хочу, чтобы Эстер пару слов сказала. Давайте.